Did you ever feel like you wanna be someone else for just one day? Did you ever feel like you wanna see through another pair of eyes? Did you ever think I might wanna be with anyone else for just one day? Did you ever really think of me when I walked away? The book, the dunks and the bottle of Jack, the smoke's a slouch out of my eyes. Now you think you know what you think you'll find. Всем привет, на канале Lazy Books, и это моя вторая неделя обучения в МГУ. Я уже поселилась в общежитии, как вы видите, и проучилась целую неделю, хотя некоторых пар не было, были вводные лекции, поэтому можно считать, что эта неделя первая. И это мой первый стадий влог. Вообще ощущения странные, потому что я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что я учусь в университете, да еще и в МГУ. Я хожу по этому зданию, постоянно теряюсь, не могу найти аудиторию. Все такое новое, просто я 11 лет проучилась в одной школе, и там я знала каждый уголок. А здесь абсолютно новое пространство, и это одновременно круто и страшно. Я часто нервничаю, но в то же время все это очень интересно. Не скажу пока, что я прямо в диком восторге от учебы, что она кардинально отличается от школы. Нет, некоторые лекции вполне похожи на школьные уроки. Например, по русскому мы писали диктант, как в 5 классе. Но я надеюсь, что дальше лучше. И сегодня у нас первой парой физкультура в главном здании. Физкультура — это единственный предмет, который у нас не в нашем корпусе. И слава богу, потому что я знаю людей, которые каждую пару ездят в другой корпус. И знали бы вы, сколько баек ходит у старшекурсников про физкультуру? Все ее ненавидят, все говорят, что это очень сложно, что ее сложно закрыть на сессии. Сегодня проверим. Но, конечно, ехать в главное здание — это не самая приятная уже вещь. Например, занятие начинается в 9, а я выезжаю в 7:30, просто потому что я боюсь там потеряться. Есть ли тут ребята из 9-х и 11-х классов? Уже видели изменения в ОГЭ и ЕГЭ? Уже накупили себе репетитора? Ладно, расслабьтесь, все уже придумано. Я тоже недавно сдавала ЕГЭ, и сейчас будет классный лайфхак. Смотрите, каждый из вас сидит в Телеграме, смотрит разные каналы, читает любимых блогеров. Теперь вы можете делать примерно то же самое, только при этом еще и готовиться к экзаменам, особо не напрягаясь. В описании под этим видео я прикрепила телеграм-каналы проверенных онлайн-репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ. Подписавшись на них, ты каждый день будешь получать полезные материалы, короткие видеоуроки, разборы сложных тем, а также будешь в курсе всех изменений в экзаменах. А еще весной они сделают шпоры, которые можно взять с собой на экзамены. Только я вам этого не говорила. Прямо сейчас поставь видео на паузу и подпишись на канал в описании, чтобы не потерять их. Я сама посмотрела эти каналы, и я была удивлена, насколько легко и понятно там преподаются сложные темы. Я заплатила нам уже! Мы тебя зажарим на костре и съедим! С вами упростить, эксперт проверяющий. Огромное водянистое сочинение чувствует себя примерно вот так. Холодненькая. Пример понятия. Тюбик — это неспортивный худой парень 18-25 лет. Неспортивный — первый признак, худой — второй признак, парень. Четыре существенных признака тюбика. Это понятие. Все, понятно. Каждый 10-й выпускник подписан на эти каналы и уже готовится к ЕГЭ бесплатно с лучшими преподавателями школы ЕГЭ-ленд. Поэтому у вас точно все получится. Мне так нравится архитектура ДАСа. Я загуглила, оказывается, это рационализм как архитектурный стиль. Я такого не знала, но как же это прикольно выглядит. В общем, это какой-то трэш, потому что мы вышли в 7:30, мы ждали автобус почти до 8:30, и мы выехали. Мы теперь не знаем, куда идти, в автобусе было ужасно, мы уже опаздываем. Я больше никогда не поеду на автобусе. Help. Короче, мы опаздываем уже на 10 минут, и мы не знаем, куда идти до сих пор. Мы тут плутаем, ищем бейсбольный стадион, это ужасно. Мы нашли нашу группу, это самое радостное событие за мою жизнь. В общем, это была самая бесячая физкультура в моей жизни, потому что мы очень торопились, мы опаздывали, это было безумно нервно. В итоге мы приходим, и наша преподавательница не пришла. Теперь мы понимаем, почему все так хейтят физкультуру, да, на Ленгорах.
Так как у нашей группы случился форс-мажор с физкультурой, и ее по сути не было, у нас осталось время, чтобы вернуться в общежитие, переодеться, немножко, может быть, еще поспать. Сегодня безумная жара. Честно, немножко хочется уже осенней погоды, дождливой, чтобы листья пожелтели, было немножко прохладно, потому что я устала от этой жары. 27 градусов. Ну, уже 10 сентября, какие 27 градусов? Кроме физкультуры, сегодня у меня еще естествознание, французский язык и... загрузка. Информатика. После пар я хочу вернуться в общежитие, посидеть в коворкинге. У нас здесь есть прекрасный коворкинг. Мне надо сделать домашнее задание по-русскому, мне надо смонтировать влог, а еще мне надо читать Илиаду. Вот она книга, которую я читаю, наверное, уже 2 недели. Просто потому что Илиада — это не то произведение, которое читается быстро. Я пытаюсь вчитываться, пытаюсь понимать каждую строчку. Из-за этого, конечно же, чтение идет медленно. Но я не жалею, на самом деле мне нравится. То есть если сначала я вообще не понимала, что происходит, мне приходилось после главы читать еще краткое содержание этой главы, чтобы понять, что же произошло. Потом я перестала это делать, потому что читать стало намного легче. И сейчас мне правда интересна Илиада, интересна античность, и я жду лекции по этому предмету. Мне осталось буквально, ну, страничек 100, может даже чуть меньше до конца, и... можно начинать Одиссею. Так что с античной литературой я смирилась, но впереди еще древнерусская литература. И это кошмар, правда кошмар. За этот семестр нам надо прочитать 40 произведений, в том числе, например, «Повесть временных лет», она не маленькая. А еще у нас всего 8 лекций по этому предмету, то есть за 8 лекций мы должны обсудить 40 произведений. Я, честно, не знаю, как я буду сдавать сессию по этому предмету. Кстати, вот это у нас общажная романтика. Мы сделали списки, кто выносит мусор и кто убирает комнату. И да, кто не уберет, тому отгрызут ноги. Вообще, мне очень нравится, как я обустроила свой уголок. А еще скоро мне придут постеры с Алиэкспресса, и весь этот шкаф будет увешан ими. И я еще забыла сказать, что сегодня вечером я иду в театр. Это очень радостное событие. Такой насыщенный сегодня день, могу сказать. Сколько времени-то? Мне уже надо выезжать на факультет. Кстати, добираться до факультета мне где-то 30-40 минут. И расположение общежития — это одна из причин, почему я выбрала МГУ, а не, например, ФШЭ, где добираться надо 2 часа. Даже еще не включила. Сегодня мы с Ладой пришли в театр, я ее привела на спектакль к своей однокурснице в Театр нации. Я сама в нем еще не была, Лада, понятное дело, тоже. Но вот мы начинаем наш обзор театров Москвы. Да, сегодня я открываю свой театральный сезон, и идем мы на спектакль «Борис Годунов», но в современной оболочке. «Борис Годунов. Сны», там как-то так называется. А плюсы иметь сестру-актрису, она бесплатно проводит тебя в разные театры. Вот, так что хотя бы какие-то так плюсы что? Есть. Спасибо, конечно. В общем, у нас уже закончились пары, и мы решили, пока здесь пустая лестница, пока у всех идут лекции, строить себе мини-фотосессию, потому что, ну, каждому студенту же ФКМГУ нужна хотя бы одна фотка на этом фоне. Right.
К нам подошли брать интервью для Маховой 9, это телевидение на факультете. Сегодня у нас максимально легкий день, всего лишь две пары. Ну, для баланса завтра у нас их наоборот 5, так что сегодня мы решили отдохнуть как следует и сходить в Пушкинский музей, в отдел, где статуи античные, египетские, потому что мы сейчас читаем вместе Илиаду, у нас такое совместное чтение, немножко вынужденное, но почти уже дочитываем. Ксюш, как тебе Илиада? На самом деле, мне понравилось. Вначале было немножко сложно, я ничего не понимала, но потом все больше и больше я проникалась этой историей, я представляла, как там это все происходит в своей голове, и мне действительно понравилось. И вот мне осталось буквально 100 с чем-то страниц. Надеюсь, я на этой неделе завершу. И мы будем профессионалами. Да, мне осталось где-то страниц 20, и я вообще не ожидала, что мне понравится Илиада, но это правда интересно. А теперь я очень хочу прочитать Одиссею, потому что там битв не будет, и мне кажется, там больше приключений, больше каких-то интересных моментов. Вот, так что будем читать Одиссею. Ну а сегодня мы идем смотреть на Клад Агамемнона. Знаете, у нас было всего лишь несколько лекций по античной истории, и ощущение, как будто мы все это уже знаем. Мы нашли ее. Это маска Агамемнона. И вообще забавное чувство, когда еще 2 недели назад ты не знал, кто такой Агамемнон, а теперь видишь такой: «О, Агамемнон!» Был прекрасный день, мне очень понравилось в Пушкинском музее, но сегодня у меня 5 пар. 5 пар — это очень тяжело, с 8 до 6, получается, я буду в университете. И у меня сегодня право, русский язык, мультимедийные технологии, руслит и теория литературы. Я уже заранее устала. А еще я пока ни разу не ходила в университет в очках, так что, мне кажется, сегодня меня просто не узнают. J'ai pas fait semblant. Je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps. В общем, у нас закончилось 5 пар. Как вы себя чувствуете? Ну, на самом деле нормально, потому что я спала сегодня нормально часов. Я чуть не заснула сейчас. Но... Я тоже. В принципе, пойдет. Ну все, мы едем. Ну, может, мы пошли лучше. Но в итоге мы, конечно, вообще не фреш. Абсолютно. После пар я решила заехать к сестре в гости, чтобы поесть домашней еды. Мне этого немножко не хватает. В последнее время я питаюсь, ну, какими-то перекусами, либо в столовой общежитии, но это не так вкусно, как обычно домашняя еда. Поэтому, когда я сегодня приехала, здесь была курочка карри с рисом. Я почувствовала себя счастливой. И хочу сказать пару слов об учебе. Мне кажется, в этом влоге будет больше разговоров, чем самого влога. Просто потому, что столько эмоций накопилось за вот эту первую неделю на журфаке. Первое, что я хочу сказать, мне очень страшно за сессию. То есть учеба ощущается нормально. Ты просто ходишь на пары, даже когда в расписании их 5, у нас так 2 дня в неделю. Просто сидишь, слушаешь, конспектируешь, иногда даже очень интересно. Но потом я вспоминаю, что для сессии по руслиту надо прочитать 40 произведений. По античной литературе 60 билетов. И мне становится очень-очень страшно. Кстати, еще я раньше считала, что в университете не задают домашнего задания, в отличие от школы. Но оказалось, что и здесь домашки тоже достаточно. Мне уже задали написать несколько эссе, упражнения по русскому в учебнике, подготовить доклад по истории. В общем, домашнее задание есть. Поток информации, конечно, в разы больше, чем в школе. То есть мы за одну лекцию по древнерусской литературе прошли 4 произведения или даже 5. Первые дни еще были очень суматошные в плане знакомств. Как-то все пытались найти себе друзей и знакомились без конца с разными людьми. Но вот на 2-й неделе я уже, в принципе, нашла очень-очень приятных людей и теперь комфортно себя ощущаю на учебе. Но все равно иногда возникает вот это чувство потерянности, потому что абсолютно новое место, и я думаю, а правильно ли я сделала, что сюда поступила,
а может, надо было в другое место пойти учиться. Как бы у меня нет дикого восторга от учебы, как это ожидалось. Ну, я пытаюсь немножко романтизировать, и, в принципе, есть что романтизировать. Очень красивое здание у журфака, и некоторые предметы очень интересные. Но все-таки я испытываю стресс от переезда, от вот этого периода адаптации. Я надеюсь, что скоро это пройдет. Так что за красивой картинкой иногда, конечно, скрываются проблемы, там, испытания эмоциональные для меня, как и для интроверта. Но я пытаюсь себе напоминать всегда, что учеба — это привилегия, а не обязанность, особенно высшее уже образование. То есть, по сути, я могла вообще не идти учиться. Но я выбрала этот путь, и я попытаюсь впитать столько знаний, сколько смогу. Ведь еще месяц назад я не подозревала, что меня может заинтересовать Илиада, а сейчас я уже с интересом ее дочитываю. Так что, кто знает, может быть, и древнерусская литература меня удивит. Но это вряд ли. В общем, вчера был правда тяжелый день. После 5 пар я была выжата как лимон. И у меня даже появились мысли об отчислении. Нет, ну серьезно. 5 пар — это было довольно тяжело, тем более, что там не самые легкие пары. Ну ладно, ничего страшного. Сегодня день полегче. Правда, начинаем мы с физкультуры. Не в главном здании, а в корпусе журфака. Мне интересно, что там будет. Надеюсь, будет не слишком сложно. Кстати, я решила впервые позавтракать в столовой в общежитии. Просто обычно я не успеваю, но сегодня встала пораньше. В общем, физкультура нам очень понравилась. Мы пошли на волейбол, и это было вот так. Просто вот так. Сегодняшние пары закончились, закончилась учебная неделя, у меня 2 выходных, вот я устаю на парах, особенно когда их 5, но я очень рада, что мы хотя бы не учимся по субботам. Я мечтала о 5-дневке, наверное, класса с 3-го, чтобы вы понимали. А на самом деле я ощущаю небольшой стресс после сегодняшнего дня, потому что нам прислали расписание коллоквиумов. А коллоквиумы — это семинары, на которых нас будут оценивать. Например, первый коллоквиум у нас по Илиаде Одиссее, мы думали, что он будет в октябре, а его поставили на 25 сентября внезапно. На после следующей недели, и до этого момента мне надо полностью прочитать «Одиссею», еще кучу критических статей. Ну, в принципе, я думаю, что я смогу это сделать, но мне страшно, потому что там будут оценивать те, кто очень-очень активный. А я думаю, что все будут за это бороться. Я не люблю такую конкуренцию, когда все тянут руки, все кричат, все пытаются перебить друг друга, чтобы выделиться. Я такое не люблю, я бы лучше один на один с преподавателем поговорила. Если ты будешь активным на коллоквиуме, тебе поставят плюс. И если ты получишь 4 плюса за 4 коллоквиума, то тебе поставят либо автомат, либо полуавтомат. А Зарлит — это один из самых сложных предметов, поэтому надо очень стараться на коллоквиуме. И то, что он так сдвинулся в сентябрь, нас всех напугало. Так что на выходных вместо отдыха я буду читать «Одиссею». Начну уже сейчас, поеду в парк, встречусь с мамой. Да, у меня мама с папой сейчас в Москве, но они уже в воскресенье уедут. Поэтому хочу провести с ними время, все-таки немножко отдохнуть, но при этом буду почитывать «Одиссею». Мы уже пришли в парк, и да, листва здесь еще зеленая. Но очень прикольно. В учебе вся и давно не была на природе. Мама взяла пиццу и какой-то напиток, а я взяла «Одиссею», так что мы собрались хорошо проводить время. Сегодня суббота, и мы выбрались в парк, нескучный сад, чтобы просто погулять всей семьей. Первая половина сентября получилась очень теплая, и мы наслаждаемся этой погодой, поэтому стараемся проводить на природе больше времени. Что-то надо сфотографировать. Значит, летом я придумала новый способ спуска с горки. Просто вот теперь наклоняйся. Давай. Как бы назад. Вот так вот. Сейчас теперь я.
У нас получилось очень классное завершение дня. Мы хотели напоследок сфоткаться в фотобудке, чтобы я повесила семейные фотографии у себя в общежитии. И мы искали фотобудку, специально для этого поехали в центр. Мы приходим, и оказывается, что там уже все занято, будка в 8 закрывается, и до 8 там все расписано, мест нет. Мы подумали, вот облом, как бы очень обидно, потому что мы специально для этого ехали. И мы рассказали об этом девушке, которая за этой фотобудкой следит. И она такая, а давайте мы вам в студии сделаем фотографии. И там была студия, как бы зеркало, нажимаешь на пультик, и без фотографа у тебя классные фотографии. Сестра у меня давно хотела в такую фотостудию сходить, а тут нам дали 5 минут бесплатно, и мы сделали такие классные фотки. Еще я поняла, что очень давно не смотрела фильмы. Я... Получается, 3 недели в Москве, и я не посмотрела ни одного фильма за это время. Обычно я смотрю фильмы, ну, хотя бы несколько раз в неделю. Так что сегодня мы решили устроить небольшой киновечер и посмотреть какой-нибудь осенний фильм. Да.